Шок жұлдыздар. Шок жұлдыздар. Шок жұлдыздар. Всем привет, меня зовут Расхан Жамагулов, и с вами программа «Шок жұлдыздар». Как прошла премия AMA-2019, какие казахстанские новинки нас ждут и что необходимо сделать для того, чтобы попасть в наш выпуск. Сегодня я покажу самые интересные фото и расскажу новости из Инстаграма звезд, и не только. Ночью 25 ноября в Лос-Анджелесе прошла 47-я ежегодная премия AMA-2019. Гостями и перформерами мероприятия были все мировые звезды в области музыки. Настоящим триумфатором вечера стала Тейлор Свифт. Она одержала победу во всех заявленных номинациях. И вдобавок еще и забрала специальную награду «Артист десятилетия». Об этом популярная певица успела поделиться в своем инстаграме, выложив фотографию со всеми своими наградами. Фоточка ни много ни мало набрала почти 3 миллиона лайков. Не являюсь большим фанатом Тейлор, но не буду исключением и тоже порадуюсь за всеми любимую певицу и поставлю лайк. Не менее знаменитая подруга Тейлор Селена Гомес также посетила мероприятие и исполнила 2 новых сингла. После сложной операции и долгого восстановления Селена снова в строю и готова радовать своих фанатов свежими песнями и также новой главой ее жизни, о чем она и заявила в своем инстаграм-аккаунте, написав: «Приятно вернуться, спасибо моей команде и моим фанатам, которые стоят за мной. Все это для вас и только ради вас». В предвкушении новой главы. Что ж, Селена, мы взволнованы не меньше и рады видеть тебя снова на сцене. Определенно лайк. Сладкая парочка Камила Кабей и Шон Мендес разделили сцену со своим жарким хитом «Сеньорита». Едва не съев друг друга на сцене, возлюбленные поспешили поделиться совместными фотографиями и похвастаться наградой за сотрудничество года, где Шон поблагодарил всех фанатов, премию и также Камилу. Его возлюбленная же в свою очередь написала: «Люблю тебя, Шон, спасибо за то, что ты рядом вчера, сегодня и каждый день. У тебя самое красивое сердце». Но разве не зайки? Пройти мимо такого поста я явно не мог. Прибежите все любители кей-поп. Группа BTS забрала целых 3 статуэтки. Тур года, лучшая поп-рок-группа и лучший артист в соцсетях. Совершенно неудивительно, ведь у ребят в Инстаграме целых 21 миллион подписчиков. Говоря о кей-поп, нельзя не упомянуть о возвращении CL, бывшей солистки самой популярной кей-поп-группы 21. Певица выложила ролик, в котором говорится, что 4 декабря нас всех ждет целый альбом. Не знаю, как вы, а я в предвкушении. Не отстают от всех и наши любимые казахстанские исполнители. Мульдерова и Эльбекова совместно с группой «Азия» выпустили новый сингл под названием «Таныдымба». Замечательной новостью певица также поделилась в Инстаграм и добавила, что песня доступна также на всех платформах. Думаю, любители современной попсы определенно оценят данную композицию. Наши талантливые подписчики также удивляют. Алия Лаубай – талантливый дизайнер и не менее талантливый кавер-исполнительница. Перепев песню Леди Гага «Шаллоу» и выложив это в Инстаграм, доказала, что как минимум достойна выступать на сцене с самим Брэдли Купером. А теперь внимание, дорогой зритель! Хочешь попасть к нам в выпуск? Запусти в Инстаграм любую интересную публикацию и отметь аккаунт Медиа Академии и также 3 хэштега. Возможно, именно ты попадешь в наш выпуск. С вами была программа «Шок жұлдыздар» и я, ее ведущий Расхан Жамагулов. Помни, сияй всегда, ведь звезда живет в каждом из нас. А вот что с ней делать, это уже выбор каждого. Пока-пока. Шок жұлдыздар.